Привет, ребят, с вами Илья, и это наша Игра День. Гоу Лукасы в поддержку канала, вот комментарии активных подписчиков, и поехали! Недавно на своей презентации Apple показали AR-игру и показали, что это направление мобильных игр тоже развивается. Мне стала интересна эта тема, я нашел очень годный проект в таком формате, и это игрушка Shadowside. Игра на самом деле очень интересная, и давайте вместе ее посмотрим. Перед нами такая мистическая RPG в дополненной реальности, игрушка, которая заставит вас побегать, побороться с монстрами и просто затянет с головой. Время побороться за наше человечество, используя такую магию, артефакты и, конечно же, зелья. В игре мы встречаем некую девушку, которая вводит нас, собственно, в курс дела и поможет здесь обосноваться. Все дело в том, что мы оказываемся неким волшебником, видимо, у нас есть талант к этому делу, и наша задача теперь познать все это искусство и обучиться этому ремеслу. Задача, в общем-то, игрока — это остановить древнее зло, которое захватило мир, и только мы сможем с ним справиться. Здесь мы прыгаем в портал и встречаемся с монстрами, выполняем множество заданий и прокачиваем свои навыки. У нас будет что-то вроде своих характеристик, и за выполнение определенных заданий и челленджов мы сможем все это дело повысить. В игре, к слову, будет реально очень много шмоток, мы их можем найти в битвах или же купить в магазине. Тут каждая шмотка обладает своими характеристиками и стоит определенных денег. Шмотки мы можем, к слову, продавать, можем покупать и все в таком духе. Само собой, все это дело помогает улучшить наши показатели, мы становимся гораздо сильнее и на битвах сможем навалять уже нашим недругам. Также прокачиваем, конечно же, свои навыки и заклинания, и таким образом становимся все более могущественным магом. Кстати, разные заклинания мы уже будем открывать по ходу прохождения, и за определенную ману, конечно же, сможем это дело использовать. Далее сражаемся с разными врагами, с боссами, и будет такой просто хардкор. Врагов реально будет много, тут нужна ваша ловкость в прямом смысле слова, придется побегать по вашей комнате, немножко поуклоняться от различных фаерболов и уже пулять в ответ своим недругам. Тянуть тут особо не стоит, все происходит достаточно быстро, особенно на более поздних уровнях, поэтому это нужно учитывать. В общем, тут, ребят, вы не просто играете, но еще и тренируете себя и свое тело, и это реально очень необычный экспириенс. Игрушка, тебе скажу, реально очень затягивает, я скоро думаю снять по ней летсплейчик, чтобы вы сами посмотрели, как все это дело выглядит со стороны, и, по-моему, это очень забавно. В общем, ссылочку я оставляю уже сейчас в описании, поэтому попробуйте и напишите, как вам данная игра. Ну а также жмите лукасы в поддержку канала, обязательно подписывайтесь, и скоро будет еще много всего интересного. Пока!